Первая говорящая чихуахуа Софи. Привет, с вами первая говорящая собака-видеоблогер Чихуахуа Софи. Мы тут наснимали кучу видео для блога про то, как мы ходили в ветклинике на проверку. Я думала объединить все в один, но мне показалось, что будет длинновато, поэтому сегодня часть первая, как мы ходили на профилактическую проверку зубов. Надеюсь, все владельцы маленьких собак знают, что зубы у них проблемнее, чем у крупных пород, и часто очень рано начинают портиться и выпадать. Поэтому следить за зубами нужно тщательно и чистить их каждый день. Ну что ж, я себе прикупила шлем для мотобайка вместе с очками, чтобы я была в безопасности и мне не дул ветер с пылью в глаза. А еще вы просили чаще показывать Эйвена, поэтому вот он едет с нами сегодня в моем влоге. Эйвен, кстати, не захотел такой шлем. Я уже хочу. А я тебе говорила, просто это твой второй раз на байке, а я-то постоянно езжу и знаю, что это такое. Да, что-то поддувает немного. Ну, в другой раз и тебе купим. Ладно. Ах, какая красота, ехать с ветерком на моцике по городу с любимыми. Этим зубы проверять. Да, ты почистил зубы сегодня? Мама почистила. Хорошо, а то врачу не понравится запах изо рта. Из пасти, в смысле? Вот такой наш городок. Вроде маленький, а дороги большие, машин много и автобусов тоже. Надо мне пока снять очки. Так, проезжаем тут знакомые места. Мы тут были вроде бы. Так, едем. Ой, а что это, мам, мы остановились? Мама, чего мы стали? Мы сломались, слушай, по-моему, все стоят. А, это же светофоры, Иван. Это как команда дорога для нас, собак. А двуногие просто на красный свет останавливаются. Как это, Софи? Ну смотри, мы останавливаемся по команде дорога, у любой дороги. А двуногие останавливаются, когда видят красный свет. Ну, как у собаки Павлова, помнишь? И у них слюни текут, если красный. Ну, про слюни я не знаю, вроде нет, не текут. Ой, мы уже поехали, Софи. Ага, поворотик. А вот тут мы уж точно не были. Ой, ай, что это? Это Таиланд, Иван. Что-то уже ехать надоело. А долго нам еще ехать, интересно? Не знаю, мне нравится есть. Ну, конечно же, это всего твой второй раз в жизни. Ага, ветеру. Привыкнешь. Как бы мне в камеру свой шлем показать? Интересно, не видно его? Я сама не знаю. У этой же камеры экрана нет. Ну что, нравится тебе на байке? Ну, я рада, братик. Это вообще какие-то уже неизвестные места. Мы тут точно не были, ни пешком, никак. Так, давай, мамуль, снимай мой шлем. Так, отлично. Ну, положи только его куда-нибудь. Аккуратнее будь, новый ведь. Давай, доставай свои ключики, уже заколочки. А ты свой-то шлем тоже, мам, сними. Вот мы идем по Тайской улице рядом с клиникой, где будем проверять зубы. Мотобайки тут кругом стоят, крылечко у них такое беленькое. Эйвен, ты там нормально? Да нормально вроде. Ну, отлично. Ой, собачка на крыльце нас встречает. Давай, заходим, открывай, мам, двери. У тебя у одной у нас есть руки. Так, народу-то не особо, тут и много. Дайте, видимо, не особо париться ходить с собачками к врачам. Здороваются на тайском. Так, мам, ну что, мы, может, уже присядем куда-нибудь? Да, давайте. Вот та тетя слева от нас, наверное, думает, что ты разговариваешь сама собой. Да ладно, мам, но она все равно не понимает, что я говорю. Или думает, зачем эта девочка с коробочкой общается? Ну, прием, приехали проверить зубки. Вот мы сидим в очереди, ждем приема. Приехали. Ну, мам, я просто хотела тебя изобразить. Ну ладно, не буду. Как ты думаешь, долго нам еще ждать? Что-то жарковато, хотя кондиционер работает. Мы сейчас попросим, чтобы водички дали, да? Эйвен, да у нас есть вода с собой. Попили водички, вот сама клиника вот так выглядит. Она не очень большая, и вообще это частная клиника. Вот у них тут маленький отдельчик продаж. Мам, почешь за ушками. А, спасибо большое, мам. Да у них же там даже народу нет, чего мы так долго ждем-то? Мама, чего она там все время в телефоне делает? Она тоже видео снимает или это она просто так? Ох уж эти двуногие, не живет с ним спокойно, сидят в своих телефонах. А я не вижу ее. Ну понятно. И зачем тебе на нее смотреть, Иван? Ну просто интересно. О, по-моему, нас сейчас уже позовут. Точно. Сейчас нас спросили про госпиталь карту. Мы сейчас ее заполним. Давай, мам, заполняй уже бумажки. Ну вот, мы завели две карточки, на меня и Эйвена, потому что мы здесь первый раз. Вот сейчас нас точно позовут проверять зубы, поедем домой. Ага, ты только не нервничай, Эйвен. Так, нам сказали раздевать нашу амуницию. Меня спрашивают по-тайски, как меня зовут. Софи. Да-да-да, я Софи. Ай, вот так вот вылезти бы. Эй, тетя, я тебя не знаю. Ну ладно, я тебе разрешаю меня вытащить. Ага, спасибо. Мам, ты только меня там не оставляй одного. С этими чужими женщинами, пожалуйста. О, Софи, ты уже как тут. Как я все-таки не люблю эти больницы. Этот больничный запах. Эти больничные одежки. Угу. Скажи, что все нормально. Угу. Ой, боже. Спрашивают, проверяли, сдавали мы анализы уже или нет. Давали, yes. Давали. Мам, скажи, ну все, значит, все. Yes. Карточку получили на обоих, зубы проверили. Все нормально. Продолжать чистить в том же духе. Все, домой едем. Да, мам, поехали домой. Поехали. Едем домой. Да, теперь моя очередь кататься впереди в шлеме.
Ага, я заняла твое детское место, Эйвен. Ты готов, Эйвен? Чувствую себя байкером. О, все, начинается погоня. Погоня за кем, Эйвен? Ну, Софи, я типа себя такой представляю, будто я такой крутой сейчас. Такой начинаю погоню. Юху, Софи, мы едем на байке. Тара-тара-та-тара-тара-та-та. Я такой байкер крутой. Еду я на байке, е-е. Да, я байкер настоящий, е. Что-то без очков я себя не чувствую таким крутым, мам. Это опять красный свет, Эйвен. Помнишь, о чем он говорил? А про слюни у двуногих. Нет же, Эйвен. Про то, что останавливаются они, как мы на команду дорога. Молодец, сейчас правильно. Смотри, мам, нам люди улыбаются. Они просто никогда такого крутого байкера не видели, как ты. Привет, люди, привет. Привет, да. О, куда мы заехали? А куда, мам, мы заехали? Куда, мам, заехали? В стройку. Нас обратно поедем. Мама, зачем мы на стройку заезжали? Эй, мы случайно сюда заехали. А как-то объехать это дело нельзя, мам? Ну, чтобы недалеко. О, Господи. А кто знал, что здесь перекроют-то? Мам, ну ты вообще-то водитель должна была знать. Ты же главный байкер. Да уж, мам. Ну, простите. Ладно. Ой, уж. Блин. Ладно уж, мам. Ну, извините. Главное, чтобы мы еще глубже и дальше не заехали. Ну. Мимо крана. Мимо крана. Что такое мимо крана? Да, мам. Ой, дядечка. Здрасте, дядечка. Мы супергерои. Мам, лучше замолчи и не говори ничего для моего влога. Ты уже устарела, тебе 27 лет. Говоришь, как бабуля. О, блин. Трясет, да? Господи, мам, хватит уже комментировать. Супергерои трясет. Ну, вообще-то не очень. Видишь, я прячусь от ветра. Ты сама ее, Эйвен, отдала. Мам, я знаю. Я вообще не слушаю вас. Давай просто помолчим и молча приедем домой. Все, почти приехали. О, точно, я узнаю уже свои места. Это наш дядя. Наш магазин Софии. Эйвен на большую дорогу, словно солнце в мире. Мама, что ты поешь? Эйвен, это Алла Пугачева. А я не знаю. Я же говорю, устарела, надеюсь, это не попадет в влог. Будет весело, если попадет. И ключи от счастья для меня нашел. Для меня нашел. Любовь похожая на сон. Распаковываемся. О, наконец-то! Давайте скорее раздевайтесь уже! А теперь целоваться, обниматься! Супержилеты эти, бронежилеты снимем. Кто пойдет с мамой целоваться? Кто? Боже, мам, спой лучше 30 секунд до Марса, что ли, Джареда Лето хоть. Я тихим эхом повторю, любовь похожая на сон. Дорна на худой конец.